На ней проехали, сейчас еще по кузову досниму, какие тут есть моменты. Ну ничего тут не делалось. Но оно даже его и не видно, ну так ну, прям. Да. Да. Ну видно, они пальцем чувствуется. Ну тут по двери хорошо-то было и пластиком потом ага. Чуть-чуть туда. Удавило тебя как? Да. Ну ничего угу. тут не делалось, угу. Короче, крашено у нас два элемента. Это дверь и дверь с той стороны водителя. Тут было какое-то, ну, ДТП это тяжело назвать, где-то что-то вот прижались. Чуть-чуть, кто-то вот так вот просто прижался. А шпаклевка есть тут на этой чуть-чуть двери? Там 600 где-то, вот именно тут. А, ну, вообще прям еле-еле. Да. То есть шпаклевка это до 1000, это вообще считается нормально, вот точечно. Если, конечно, не вся вот зашпаклена в 1000. То есть чуть-чуть шпаклевки есть, выводили кант, но глобального ДТП какого-то не было. Стойки, проемы все целые. То есть целое. Стекла по машине все родные, кроме одного. Кстати, ну без затяжек у нас, да? Кроме одного, это с той стороны. Лобовое даже родное, но есть пару таких точечек. Тут еще. Это такие сколики. Ради этого менять стекло, наверное, не надо. Но просто что оно есть. Вот еще какой-то скол такой есть на двери до грунта, но ржаветь ничего не будет. Просто вот как краску считала. Такая да, легенькая царапинка есть, которую ничего вообще не видно. Но это, если что, заполируется, то есть это не проблема. Тут это притертый себя показывал. Угу. Ну, чисто мятина, да. Зеркала, там и это, и то чуть-чуть вот так вот угу. Короче, это стекло менялось, у нас тут не родное. Наверное, вандализм кто-то разбивал уже когда-то. И что еще? Что-то еще, да, хотел? Уже такая незаметная, сейчас полируется. Это тут сколик такой, типа как на капоте, типа. Ну это черный цвет, на черном свете просто всегда все видно, любые дефекты. И вот их и видно, которые есть. Труба чуть тоже есть притертость. Ну аж так, я же еще хочу рассказать, что это я максимально все показываю по всем косякам. То есть даже отсюда ничего не видно уже нигде. Итого, у нас по машине два крашеных элемента. Дверь, шпаклевки на них. А на этой тоже есть, да, шпаклевка? Двери. А, тут больше, тут где-то вроде крыла, по-моему, ты говорил. Тысяча с чем-то, угу. Там где-то в общем, уже тут поменьше. Угу. То есть два элемента крашено, еле-еле где-то есть поклевка, но это ничего серьезного. Пару коцок по машине, и одно стекло менялось, только с той стороны, заднее. Технически машина пока все нравится. Так, сейчас быстренько еще по кругу покажу ее по видео. Вопрос к тормозным дискам. То есть тут уже есть выработка. Она не особо большая, но в принципе есть. Желательно будет менять дальше. Когда колодки износятся, а колодки еще в принципе тут живые. Наверное, 1030 еще покататься, и надо будет менять диски тормозные. И спереди, и сзади тоже. Дальше без потека все снизу, все нормально. По кардану все хорошо. И вопрос по сайлентблоку. Вот этому вот. Вот он тут чуть-чуть надорван уже. Угу. То есть один сайлентблок под замену надо будет, и то это потом уже. То есть сейчас ни на что это не влияет, стуков нету. А, так, в основном больше вопросов по ней никаких нету.